Всем, друзья, привет! На канале «Смотри и делай», с вами Леха, как всегда. Приехали мы запахивать последний участок. Вот так он у нас здесь. Зерновые, там навоз. Вот. Уже доделали плуг свой. Ну, вроде бы нормально уже пошел. Вот, задний корпус все писали. Плохо стоял. Мы его подварили, переварили. Ну и сейчас вроде бы пашет он отлично. Ну, глубины для нас хватает. Поскольку участок длинный. Ну, в общем, соток много. Чтобы перепахать еще побыстрее, немного пошире ставим. Глубина тем самым немного уменьшается. Вот. Ну, для нас глубины запахивает, все, нам хватает. Как-то так у нас получается. Так что не забываем подписаться на мой канал. Потому что многие смотрят без подписки. Если не тяжело, подпишитесь. Буду очень рад. Ну, смотрим дальше, как у нас получается.
Вот столько уже запахали. Вот подбивает под корпуса бывает. Сейчас будем все доставать. Трога ногой. Подбивает травичка. Но это редко случается. И это хорошо, что не часто. Местами земля очень влажная. Есть даже где вода стоит в самом краю. Вот как-то так получается. Вот пашем на второй стороне. Сейчас будет начинаться навоз. Навоз не так много уже. Перед дождем он уже полежал. Так стало все хорошо. Пашет. Также, друзья, появилось мое сообщество ВКонтакте. Называется «Мотоблоки. Смотри и делай». Так что подписывайтесь туда. Будем обсуждать, что какие у кого мотоблоки, самоделки к ним. Думаю, будет весело пообщаться. Так что добавляйтесь, буду каждого ждать. Рад пообщаться, думаю, установим чат, будем писаться. Как-то так у нас получается пахота. Участок достаточно большой. Соток, я не знаю, сколько, под 40, может. Так что добавляйтесь в мое сообщество ВКонтакте. Ссылка будет ниже, подписывайтесь. Буду рад пообщаться со всеми, посмотреть, у кого какие самоделки. Думаю, будет интересно всем. Столько уже пропахали, что у нас по бензину где-то сгорело полбака, это литра 3. Вот как видите, какой участок.
очень длинная. Еще длинная, еще вот осталось допахать немного. Вот оно видно, еще до сюда вот будем пахать. Ну, про завершение посмотрим, сколько бензина осталось. Приблизительно скажу, не будем особо точно замерять. Когда ехали в поле, залили под самую горловину бензин. Вот, бак 6 литров. Вот и посмотрим, сколько бензина сгорело. Так, допахиваем уже свои сотки. С одной стороны. Там чуть больше. Тут вот так вот напахали. С одной стороны сосед наш. Вот как кривенько. Выходит, что-то мудрить. С нам при пахоте. Вот, едет по самый край. С этой стороны к концу топка уже. Борозня вот этой вот стоит уже. Вода вон там дальше, если посмотреть. Видите, как криво. Здесь вот столько осталось. А там, как сосед к нам залез. Ну ничего, будем равнять. Хотя отмерили мы ровно палками. Это они так пашут у нас. Но ничего. Сейчас будем исправлять. Вот здесь уже топка вот стоит, вода. Вот при повороте здесь плохо поворачивать. Так, будем начинать вторую сторону. С этой стороны без воды, но отлично. Вот отпустили, поехали. Ну, как-то так у нас получается, друзья, спашка. Пишите комментарии, не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока, до скорых встреч. Всем добра, друзья. Пока.